я вас люблю. Это уже третий бал, который проходит в особняке купца Алексея Арсентьевича Подуруева. В этом старинном здании сегодня расположен музей истории Государственного музея-заповедника. Именно здесь, в этом зале, когда-то проходили светские вечера. Реконструкция бала 19-го, начала 20-го веков для всех любителей старины – это возможность окунуться в жизнь и быт купеческого Чистополя. Сначала это было в больших городах. Устраивали рождественские, сретенские балы в Москве. Потом это перешло на Казань, в музей Боротынского. Ну и вот нам пришла такая мысль в голову, что нужно, у нас такой красивый музей, да, есть такая шикарная белая зала. И поэтому вот мы решили собираться здесь. Николай Горелов исполняет романсы и другие лирические композиции. Он и его супруга – постоянные участники таких вечеров. Праздник проходит с элементами театрализации. Хозяйка усадьбы, руководитель музея истории города, приветствует всех гостей торжества. Шампанское, живая музыка, общение – все в лучших традициях светского бала. Многие из участников нашей группы, они же артисты, они же в театрах занимаются. И вот мы какие-то сценки устраиваем с ними. Да, вот у нас будет две сценки, значит, кавалеры на балу, и вторая сценка будет у нас, ах, этот дивный вальс. Вальс, 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 он такой бурный, непредсказуемый. Участники бала – танцевальный коллектив «Овация». Он уже давно известен своими выступлениями. И вот сейчас, в очередной раз, соблюдая все традиции, демонстрирует свое мастерство и желание как можно ближе соприкоснуться с атмосферой того времени. Все они – единомышленники, изучают корни и историю своего города. Ожидается, что такие балы станут ежегодными.